Да, все-таки мы только разыгрываем стакс. Ну, снова, наверное, будет что-нибудь c4, да, вот, g6. И попробую разыграть с Евгением. Ух ты, в старуху хочет. Ну, хорошо. Кстати, старуху я уже не играла 500 лет. Хорошо. Вот, и прям я вам так скажу. Так, а как... Я чувствую, сегодня матч тоже быстро пройдет. Так, по-моему. Угу. Так. Ну, тут есть так, такой противный готовится. Ход d5, по-моему. Посмотрим, Думка. Давай сам пойдем. Да, d5. Нет, сначала забрать надо, так. Слон e2 и слон c3. Назад. Может, не будем туда бить? А то как-то совсем больно. Ну или попробуем. Да давайте. Да, ли найдет. Так, в атаку тогда. F4, давайте, да. Тут у нас, по-моему, какая-то надо слабость то ли намечается ходить, на этом ли... фланге. Сразу что туда набрасываем. Ли? По-моему, да. И взяли. Так. Она, конечно, даже может пешка съесть, да? Это может g4. Нет, g4 нет, да? Интересно, у нас такие дырки, конь на опять в банке. Да. Так, слон на e6, да, придет? Давайте так тогда. Давайте шаг. Чтобы он туда не особо приходил, и конь не входит. И вперед. И напали на ладью. Ёшкин матрешкин. Вот это мы попали. Надоело ладно. Стоять в защите. Надоело, взяли. Так, ну ладно, побить? У нас там поле e5 было для коня. Да. Так, зёву дали, зёву дали. Ребят. Сюда. Так, вилка грозит. Так, теперь ферзь вилка... e7, ладья d8, d5. А, кстати, на e3 подняться, да? Висит. Так, сюда то же самое будет. То есть, если fg, то конь e3. Ну ладно, пусть становится на e5. Ферзь e2, ну логично, да. Так, конь e5 пока. Пусть становится на e5, пока ладейку сюда. Угу. Так, может ферзь c7 пойти или вообще на b6? Ладно, он на e7 вроде все так контролирует. Ага. Так, чтобы мне этого коня вывести. Опасная позиция, опасная. Никак, да? Очень опасная. Так, конь стоит, подзевнули. Так. Ну ладно, ничего. Так, ферзь e4. Идеально давайте просто занимает позицию. На c6, да, чтобы она все вот эти вот давайте дырища закрывала наши. И ладья h6. Не дает мне нигде пройти. Можно, кстати, пойти c4 и конь d3. Будем сдваиваться, что ли. Так просто не сдвоить. Давай форточку, что ли. Поле d3 получил до коня. Что делать там? А, я знаю, может быть, да, на пешку f6 атаковать. Ну, тогда мы там тоже что-нибудь активизируем. Так, ухухухухух. Ну, придется, видимо, g5. G5, ага, вот. Так, попробуем. Ждали мы, конечно, не такого исхода. Давайте сюда. На h5 полез, да? Неужели g4 придется вот ходить? Прям вот не хочется такой ход делать. Ну, видимо, придется. Но с другой стороны, мы все так, закрыли пока. То есть пока положении. Чего-то прям страшного Лярочка не отошел. Происходит. И вот, например, куда-нибудь сюда въедем, как бы. Да что тут тебе? На c3 висит. Алина, остановись. G3 грозит. Вилка, я вижу, ладно. Ферзь g5, кстати, грозит. Этого хода. Так, ну давайте сидим просто. Давай нападем. Так. Лина, а сейчас-то у нас контра. Контра, друзья. Не дает. Пешку съела. Ну, сюда напасть. Ну, ферзь g3, конечно, такой. А, тут еще такой ход у нее, блин. Так, на d6, да, висит? Вроде что могу так пойти, но там e7 у меня какие-то постоянно. Еще, да? А вот давайте поедем. Да, вот e7. Так. Минута времени, минута, то есть, как бы, так, вроде бы, конь f2 то грозит, так, ну, если что. Так. Так, ну ладно, давайте дрифнем назад, потому что и на g4, ага. оказывается, висело. И король e7. Давай назад, может плотненько. Быть. Все, все защитили, блин, теперь ферзь у нас как свободная она это птица. Так. Или свободная касса. Да, иди сюда так. пролезть. Шах отошел. Да, давай как-нибудь. Угу. И теперь Веншпиль. Да, блин, держится. Алинка, остановись. Не хочет Евгений Веншпиль. На b7, да, напал? Все держит, оп. Все просто. А ферзь-то все защитил. Все контролирует. И c3. 45 секунд. Опасно, очень опасно. Блин, пешка пошла. Блин, не хочу там брать пока.
Пока только давайте одну ничью урвал в этом матче. Какой-нибудь ход сделаем. Одну ничью каким-то чудом. Так, ферзь там куда-то на Е6, что ли, полез, да? Да, давай закидываем. Давай меняться, Жека. Ну, пожалуйста. Тоже ничего не дает. Взяли здесь. Вдруг мат дебнет. Мат грозит. Ничего себе. Вот это Женя дает. А если так? Мат не зевает. Блин, как-то так опасно стало. 10 секунд-то. Да. Так. Шахов да, нет, шахов грозил. Нет. Шах. Блин. Отлично, ферзь. Шах. 5-2 ферзя. Ну 5-25. Ну, это я да. Дал мат получается. Сильно, сильно, сильно. Но снова да. Победа. Отлично, так. Давайте, давайте, да тогда посмотрим. 3,5 на пол, да пока мы ведем. Победили. Так, ну что, ждем реванш. Вот он наш реванш. Мы играем белыми. Я ну, мне нравится, как Женя со мной вот это вот все победу играет. D5, да, снова попробуем расставить.